в полуфинале первые два периода мы тоже, у нас там не заладилось с Ногинском, со Спартаком. Но потом все пошло по накатанной. А с Курском посложнее, конечно, пришлось нам. Конечно, не ожидали такого, что они в конце прям возьмутся в себя так. Уже думали, все, все расслабились, таки начали потихоньку, а потом они начали давать нам бой, и тут мы поняли, что просто так нам не достанутся эти медали, поэтому мы еще больше себя взяли в руки и начали играть еще сильнее командой, одним кулаком. Для меня эта награда очень много значит, потому что там последний, молодежного чемпионата, вот, и как бы для меня это очень важная награда, и все важные награды, потому что это же моя работа, я не знаю, ну, короче, это вообще много чего, я не знаю. Вот этот цикл, можно сказать, вот, было 7 игр подряд, 8, ну, ничего, как бы в бой и дальше в будущее, вот. Силы есть, например, на сборы национальной команды? Конечно, есть. Всегда силы найдутся на все. Ну, сегодня в первой половине мы дали им очень много забить, и мы сильно ушли в минус. То есть минус 13 очков – это очень тяжело отыграть с такой командой. Это команда хорошего уровня, и мы на протяжении всего сезона, можно сказать, это были нашими основными соперниками. Скажи, личная награда что для тебя значит? Ну, это, наверное, какой-то толчок дальше, потому что я ни разу не была еще в сборных. Надеюсь, что, может, в этом году для тренеров это станет хоть каким-то маленьким сигналом, что я смогу туда попасть. Ну, не хватило, наверное, чуть больше везения в каких-то моментах. Где-то, может быть, в силу неопытности части состава, может быть, еще какие-то моменты. То, что первую половину начали не очень хорошо, проиграли сразу много. Но во второй не хватило времени и сил догнать. В общем, у них хорошая, слаженная команда. Всегда так было, видно, этим отличалось. У них вся стартовая пятерка почти что играет на уровне премьер-лиги. И мы изначально готовились к ним. То есть никто не ждал легкой игры. Вот оно поколение. Вот новые игроки. Вот новые будущие звездочки. И не надо бояться говорить им это. Пусть они об этом знают. И я уверен, что через некоторое время мы увидим их на площадке уже в форме основного состава сборной России. Осталось совершенно немножко. Мы увидели прекрасные две команды и внешне, и по силе, по энергетике. И я, может быть, повторюсь, но давайте не будем забывать, что здесь работают тренеры. И вот эта дуэль тренерская, она сегодня была видна очень четко, что против кого и как они играли. И вот молодые тренеры, казалось бы, одна из них Елена Шакирова, которая работает со мной в национальной команде ассистентов. И пара тренеров, которые работают с молодежными составами.